Готовим курицу с рисом. На оливковом или подсолнечном масле обжариваем курицу. Добавляем соль, черный перец, красный перец по вкусу. Обжариваем до золотистой корочки. Убираем курицу в сторонку. Здесь же обжариваем немного лука. Добавляем чеснок, томатную пасту. Хорошо все обжариваем. Добавляем рис. Вливаем воду. Добавляем соль, красный перец по вкусу. Возвращаем курицу. Утрамбовываем, накрываем крышкой и тушим 40-45 минут. Курица готова. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.